Аким области Гауес Нурмухамбетов ознакомился с ходом строительства нового железнодорожного переезда в областном центре. Объект поможет разгрузить транспортный поток, уменьшить его на пересечении дорог в рабочем поселке и решит проблему пробок. Наш корреспондент с подробностями. На строительство моста из областного бюджета выделено 5,3 миллиарда тенге. 80% этой суммы уже передано подрядчику. До конца года он должен завершить строительство подъездных путей, концевых и промежуточных опор, промежуточной конструкции, монтаж монолитной тротуарной плиты и замену инженерных коммуникаций, сообщили в ведомстве. Подпорную стену с той стороны он начал копать, там все выкопал, он воду всю переподключил. Вода переподключена, проблем нету. Подъездной путь с этой стороны начал, потому что здесь объекты бизнеса. Объекты бизнеса он подключает, вот это все останавливает, основную дорогу разбирает и начинает засыпать вот это все песком, параллельно поднимает подпорную стену. Если все работы будут выполнены в срок, в следующем году останется только укладка асфальтобетонного покрытия. Глава региона поручил подрядчику и соответствующим менеджерам строго следовать графику строительства и завершить все работы вовремя. К сожалению, очень сложно. Наши вырывает погоду, наши товаропроизводители. И как только возможность какая-то есть, они сегодня этот хлеб убирают. Большой влажностью. Поэтому погода она всем мешает. Поэтому здесь тоже на качество не должно влиять. Надо все это вовремя делать, вырывать погоду. Вот сейчас хорошая погода стоит, надо людей усиливать, механизмы усиливать. Строительство моста поможет уменьшить транспортный поток на улице Панфилова в рабочем поселке нашего города. По данным подрядной организации, качество моста будет соответствовать современным требованиям. Ожидается, что все работы будут завершены в 2025 году.